годный контент подъехал. Привет, дружок-пирожок. Поздравляю. Ты зашкварился. Я убиваю, где захочу и когда захочу. А сейчас реклама. Red Expo. Масштабная выставка электронных развлечений. Команда мира кораблей подготовила увлекательный интерактивный стенд, где вас будут ждать живая музыка и мастер-классы. Морской узел сможет связать каждый. Большая модель авианосца. Различные активности с призами. Встреча с блогерами, разработчиками. Дашей Перовой и Дашей Островской. Игровая зона с личным зачетом и наградами. Лан-финал главного турнира года. Царь морей 3. Звезда всех на Red. Мир кораблей ждет вас. Встретимся в Москве. Хьюстон, у нас проблема. Братан, это реальность. Это реальность, которая всегда была. Всегда так было. Здравствуйте всем. Подскажите, пожалуйста, вот рыбу я кормлю, но им надо пить вообще? Ну, запивать корм, например. Вот. И вам им вообще воды давать надо? Дурак, что ли? Насколько ты тупой, блядь! Ты же вершина тупости, блядь! У тебя лишних хромосом штук 10, блядь! Это же пиздец! Чики-брики, пум-пум-пум-пум. Чики-брики, чики-брики, пум-пум-пум-пум. Во, блядь! Во, клус, 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 класс! Это же пиздец, товарищи, это пиздец, мы в жопе, блядь, все деграднули нахуй, мы ничего, все, уже ничего не сделать, нам остается только ждать постапокалипсиса. Не важно, с какой скоростью двигается, братишка, главное не останавливаться. Блять, опять дрочить. Вы самое слабое звено. Прощайте. Знаешь, я смотрю на тебя и искренне пытаюсь понять,
Как ты, долбоебина великого возрастная, до своих лет дожил? Их надо немедленно в поликлинику сдать для опытов. Пописайте на мой анал, ссылки все важные есть в описании, оставляйте комментарии. Пока.